снимать. Я тоже это буду снимать. А почему тогда вот он снимает? И они просят не разговаривать. Почему вы это делаете? Я не хочу, чтобы вы разговаривали. Вы издеваетесь над моими подзащитными. Прекратите с ними говорить. Прекратите с ними говорить. Сейчас же прекратите. Прекратите, прекратите, прекратите. Ну прекратите, они не хотят с ними говорить. Зачем вы издеваетесь над девочками? Они не хотят разговаривать. Они пишут заявление об угрозе убийством на этих родственников. Почему? Скажите, пожалуйста, что вы не хотите с ними разговаривать. Я защищаю своих подзащитных. Я эту девочку на руках носил здесь. Чего вы говорите? Вы что знаете? Они говорят, что вы их избивали и угрожали убить. Пускай на мне посмотрит, чтобы одна из этих девочек скажет, что я их пальцем тронул. Пускай скажет. Я отсюда возьму свою дочь. Девочки, посмотрите, пожалуйста. Чего вы говорите? Я не буду на себя. Зоишь, как это вот? О, ходи же. А если бы это, а бы вот это...